Всем привет, друзья мои! Я рад вас приветствовать на своем канале. С вами я, Роман Борисович. Сегодня я приехал в любимое недалекое место, это клевое озеро. Расположился. Сейчас сделаю прикорм, прикормлю и посмотрим, что нам покажет ночь. Так что, друзья мои, оставайтесь со мной, не переключайтесь на другой канал. С вами Роман Борисович. Ну вот, друзья мои, первая поклевка. Только я половину вещей перенес в палатку. Даже не успел снять колокольчик с удилища. Походу это карасяндрик. Нет, что-то тяжелое. Вот и первый карась. Вот он, первый карасик. Крупненький, ну нормально. Итак, друзья мои, какое меню сегодня на этом озере? Это у меня прежде всего свое собственное произведение. Вот оно у меня в пакете. Это не покупное, это я сам делаю. Здесь кукуруза, овес, горох, все перемолотое, овсяные хлопья, жмых, вика и многое другое. Вот я сюда добавил немного клубники. Вот это у меня первое меню. Второе меню у меня — это пелец. Вот это магазинный пелец. Вот этот мой самодельный пелец. Ссылочка на самодельный пелец будет в конце видео или в верхнем правом углу. Также моя любимая мастырка, тоже на нее будет ссылочка или в конце видео, или дополнительно в левом верхнем углу. Ну а для вас, друзья, будет правый угол. Так, здесь кукуруза с коноплей и пупабы. Пробуем на них. Ну, война план покажет. Время ужинать. Сейчас будем делать свиные ребрышки, соус терияки, тимьян, розмарин, красный перец.
Какой запах. Ноздри шевелятся. Ребрышки готовы. Сажусь кушать. Вот получилась такая прелесть. Ужинаю. О делах рыбацких поболтал. Вот мне, пожалуйста. Мы будем вытаскивать, будем форсировать. Ну, тянет, конечно. Но она хорошая, карасная. О, что-то приходится подтягивать. Темно, не видно. Ой, середины пошел. Середины пошел. Фракцион работает. Работаем удилищем. Но если карась, то это большой карась. Если это сазанчик, то ну килушный, не больше. События. Ну, вот что-то идет. Небольшой, но приятно. Есть, друзья. Да хороший, хороший. Отлично. О, вот он. Вот и карпуша. Дождался я. Итак, друзья мои, я переехал на другое место. Там что-то не пошло у меня. Пока я переезжал, у меня сосед взял карпа на 3 с лишним килограмма. Все, не поленился, я все перетащил. Поставил опять палатку. Да? Вот соседи взяли вот такого карпушу. Сазан. Килограмма на 4. Сазан.
кстати, где-то висели. Давай я принесу его, развешаем. Давай, вытаскивай его аккуратно. Отлично. Вот такой красавец. Дай-ка его покажу. Хороший. Есть? Есть. Сейчас. Это ты, наверное, хороший. Вот, Игорь взял отличного карпа. Это карп, это точно карп. Это... Ну, ребята довольны. Тут проспали, тут проснулся в Сосоне с дури то какой-то, а. Так, кстати, я вот сейчас проснулся, прикормку сделал. Только все поперекинул, это минут 15 прошло. Вот он взял. Что ты это? Еще поймал что-то? А он карась. Еще. Вот последний карась мы взяли. Такой не очень большой, но толстенький. Ну, на этой ноте я заканчиваю. Про рыбалку. Хороший карасевич. Ладно, друзья мои. До новых встреч.